Что ж, друзья, мы вот-вот начнем наш пролог, и у нас, в общем, такая вариация на тему «Природы нет плохой погоды». Мы с Александром Печорским, нашим главным сервисменом сборной России, поговорим о том, как надо готовить лыжи в такую погоду и чем, собственно говоря, чреват вот этот вот рыхлый снег, который сегодня мы видим здесь на трассе. Ну, первый вопрос. Лыжи готовить, масса вариантов. Сейчас есть ручные накатки, структуры, все возможно, быстрые ускорители, эмульсии. Так что комплекс подготовки, он широкий. Проблем с этим нету. Лыжи у спортсменов все приготовлены. С точки зрения снега, да, вот тут он явно отличается от классического. И здесь в спор могут вступить ребята с кондициями такими, которые смогут найти баланс толчка руки, ноги, так, чтобы не проваливались руки при сильном толчке и ноги. И, на мой взгляд, большую роль играют ребята с легким весом. То есть у них сегодня должно быть определенное преимущество. То есть фаворит сегодня точно не Ирина Казакевич, как многие тут говорили? Я могу ошибаться, но все-таки снег большую роль будет играть. Ноги будут вязнуть, руки вязнуть. И кто найдет этот баланс, кстати, она тоже может найти этот баланс. Любой спортсмен должен приноровиться к снегу, потому что он явно мягкий. И здесь важен от профессионализма и навыков спортсмена очень много что зависит. Спасибо большое. Ну что ж, будем ждать. Уже совсем-совсем скоро у нас стартуют наши спортсмены. Будем смотреть, как они справятся с погодными условиями. Спасибо. Уже минута до... И нам увидеть на стартовых позициях Анастасию Батманову, потому что Наталью Герболову вот я вижу, а Батманову пока... Идет? А вот и она. Тогда мы дружно перемещаемся в зону финиша, и здесь уже будем фиксировать победителя в каждой паре. Так, и здесь у нас подрастающее поколение биатлонистов тоже на месте. Ой, так, за 30 секунд до старта... Блин, а мы за елки не забыли.
Поэтому местами поменяйтесь. Местами поменяйтесь. Настя, ты здесь. Я тоже была. Не Василий, помоги. Чего-чего? За сосну. Все, поехали. Готов? Да. На старт. Первой линии веточек подходим. Первой линии. Внимание! И вот так вот Наталья Гербла в плотной борьбе. Но... Хотя вот мне в ухо говорят, что не все так просто, что нужно смотреть фотофиниш. Анастасия Батманова 13.06 и Наталья Гербулова проигрывает 1/10. Давайте-ка мы на экран сейчас выведем. Так, говорят, что все определяет фотофиниш. И вот же он. И вот же та самая часть лыжи биатлонного мастерства, которая называется разножка. То, чего не хватает Наталье Гербуловой, то, чего ей иногда достаточно, вот это уровень, тот, которым она владеет именно на финише, иногда и хватает в гонках, а иногда вот так они, эти гонки, проигрываются. И мы помним, как у Наташи такое уже бывало в прошлом прологе, как это мне хватило сейчас, и как дальше проходит Анастасия Батманова, и следующая пара Анастасия Шевченко против Кристины Резцовой. Кстати, напомню, ввели правила, что за два старта дисквалификация. Поэтому 30 секунд до старта и уже тишина. На старт! Внимание! И стартовали наши биатлонисты. Сейчас смотрим, у кого будет преимущество. Кто сможет раньше и сильнее растолкаться, чтобы завоевать хоть какое-то превосходство над соперником. И кажется, что да. Здесь выигрывает Кристина Резцова. Быстренько ставим паузу на часах, чтобы там все программы зафиксировали все, что надо. И вот там довольно быстро у нас проходит наше соревнование. В первом четвертьфинале Кристина Резцова выбивает из нашего турнира Анастасию Шевченко. Надо сказать, кстати, что Настя Шевченко оказалась у нас сегодня в стартовом составе в результате замены, потому что в их команде одной правой изначально должна была выступать Наталья Шевченко, победительница прошлого пролога. Но в последний момент сделали замену, и в итоге вышла ее родственница Анастасия, и в первой же паре она Кристине Резцовой уступила. И пока у нас получается так, что команда одной правой теряет одного из своих участников. Дальше проходит Кристина Резцова, и следующая пара у нас теперь Любовь Калинина и Анастасия Гришина. Можешь кататься. На старт. По регламенту. Как назад? По времени пойдем, да? Окей. Первый сначала? Да. На внимание на конференции. Внимание. На старт. Внимание! И немножко дернулась на старт, но видели, Люба Калинина ожидала, что уже вот-вот сейчас будет выстрел стартового пистолета, но в итоге не сильно это сказалось на ее позиции, на дистанции. Посмотрите, сейчас она уже по ходу этих 100 метров обходит свою соперницу Анастасию Гришину. И Люба Калинина, девушка, которая выиграла здесь уже прологи, выиграла дуэльную стрельбу, причем важно, если меня не изменяет память. Сейчас она показывает, что в спринте она тоже может быть очень сильна и
хороша. И, кстати, надо заметить, что в прошлый раз на прологе спортсмены говорили, что им немножко сложновато ориентироваться вот на этот один только сигнал о старте, поэтому их пожелания услышали, и в итоге они теперь получают сначала одну команду о старте, затем другую, и тут уже без фальстарта все должно быть всем комфортно. А между тем мимо меня тут проносится со скоростью звука Эдуард Латыпов, который ускоряется, разминается и готовится постоять за честь своей команды. Чак Норрис, он побежит в последней паре у мужчин против Михаила Брундукова. Ну а мы фиксируем, что у нас подходит к концу четвертьфинал в паре Калинина-Гришина. Дальше прошла Любовь Калинина и заключительная пара четвертьфиналистов. Это, наверное, самая мощь, которая у нас только могла быть. Анна Грухвина и Ирина Казакевич. Обе из команды Михаила Шашилова, но здесь они в прологе представляют разные коллективы. Грухвина выступает за команду «Короли Тихого часа», где капитанит Александр Логинов, а Ирина Казакевич — капитан сборной под названием «Одной правой». И вот Казакевич, они сейчас гораздо ближе, чем кто-либо, к общему призу в 1 000 000 рублей. У них 132 очка, у ближайших преследователей 98. Но сегодня, естественно, ребята из «Короли Тихого», из команды «Одной правой» хотят усилить свои позиции. Итак, все в руках этих девушек. И теперь мы ждем сейчас общий план. И как быстро уходит в отрыв Ирина Казакевич! Она даже не опускает, даже не переключается с этого горного хода. Просто в несколько прыжков она улепетывает от Анны Грухвиной. И кажется, что что-то не получилось у Ани в этот раз, потому что мы знаем, что она очень сильная лыжница, очень сильная спринтерша. Давайте, пока у нас есть вообще пауза, пока есть минутка, мы с Аней Грухвиной поговорим. С Ирой Казакевич мы еще увидимся. Ань, мы все ждем от тебя, вот эту вот мощь твою необузданную. Как сегодня, почему не удалось выдать? Сегодня необычный день, я с самого утра так узнала, что я бегу. Я считаю, честный результат. Не, ну понятно, что Ира сильная, что в целом бороться с ней правильно, что бороться с ней тяжело. Но учитывая опыт предыдущих прологов, учитывая 100 метров, учитывая твое лыжное прошлое, смотрим снова повторы. Вот где была допущена ошибка? На старте, получается, упустила немного? Да, в принципе, вся сотка была под ошибкой, потому что прохождение трассы немножко по-другому от себя ожидало. Но, в принципе, все нормально. Нормально? Конечно, все классно вообще. Согласен. Ревнуется, у всех настроение веселое, поэтому хорошее настроение. Тоже верно. Ну, это такая философия просто принятия и позитивного восприятия всего того, что с тобой происходит. Анна Грухвина у нас выбывает в четвертьфинале, а дальше проходит Ирина Казакевич. И сейчас у нас уже будут соревноваться мужчины. И в первой же паре, Вот это, конечно, звездный дуэт. Даниил Серохвостов и Виктор Плицев. Едва ли не лучшие спринтеры нашего биатлона. Виктор Плицев выиграл прошлый пролог в Уфе 100-метровку, где он в финале одолел Карима Халили. Ну а Даниил Серохвостов, посмотрите, как он заряжен. Боже ты мой, от него дым идет буквально от Серохвостова. Он просто виду не подает, как он сейчас настроен на борьбу. Стоите, там уже снег под лыжами у него тает. Но Витя Плицев по прозвищу Бицепс, вот только что нам его показал на экране, сейчас покажет, как нужно бежать 100 метров. Первая линия веточек становимся. И проводим процедуру старта заново. На старт. Внимание! И вот они стартовали. Виктор Плицев, сколько же в нем мощи. Даниил. Ну что же ты бросил? Ну разве так можно? Разве так правильно, Виктор Плицев? Как же он заряжался? Как же он хотел побороться с Серохвостовым? Не уезжает сразу. Буквально два вопроса. Ну как Серохвостов. Мне кажется, он просто к старту готовится, наверное. И да, скорее всего. Единицы выкосишь пролог. Спасибо большое, удачи тебе, Виктор Плиц, победитель у нас первой четвертьфинальной пары у мужчин. Оставляет он Данила Серохвостова ни с чем. Это изначально, ну, наверное, потенциально могло быть самая звездная заруба и самая такая мощная и амбициозная в нашем сегодняшнем прологе. Но
очень уж рано сошел с дистанции Даниил Сарахвостов. Буквально метров 25, наверное, пробежал и закончил. Ну а впереди у нас следующая пара. Александр Поварницын против Василия Томшина. Здесь посмотрим на лицо Александра. Вышел он без каких-то изысков. Просто приятные зеленые тона, перчатки, повязочка. Мы знаем, что Саша умеет удивлять. Видимо, сейчас он удивит нас на трассе. Ну а Василий Томшин просто легенда. Смотрите, весь на черном стиле. Так сказать, знает, как выглядеть убедительно. Итак, Василий Томшин против Александра Поварницына. Стартовали парни, и обычно именно первые метры становятся определяющими, но здесь казалось, что чуть помощнее растолкался Василий, догонял его Александр Поварницын, и сейчас нужно... В какой шпагат сел Вася, а? Здесь сейчас нужно смотреть фотофиниш, потому что все было очень близко, все было очень рядом. Василий как будто бы не верит в то, что он выиграл. Возможно, парни между собой уже понимают, кто из них лучше, но мне так кажется, что только фотофиниш нас здесь. Но здесь Александр Поварницын выбрасывает свою ногу. Ну, очевидно, что он и телом был поближе к линии, поэтому даже шпагат не спас Васю. Александр Поварницын был ближе к линии, и в итоге первым все-таки своим ботинком ее пересек. И у нас в полуфинал из пары Поварницын-Томшин проходит Александр Поварницын, где его соперником будет Виктор Плицев. А следующая пара у нас Денис Иродов и Роман Еремин. Тоже очень сильные ребята. Ром Еремин тоже очень хороший спринтер. Готовится в команде у Юрия Михайловича Каминского, как и Иродов, кстати, тоже. Но вот если Денис еще в этом сезоне особо себя не раскрывает, да и, впрочем, Роман Еремин вряд ли может себе его в актив занести от нынешний сезон. Бегал он посильнее, мне кажется. Но вот сейчас в спринте парни выходят, чтобы, ну, как минимум, какой-то заряд бодрости и хорошую веру в себя получить, и поэтому сейчас они могут вот как раз эту штуку между собой разыграть. Кто отсюда уйдет более бодрым и чувствующим себя посильнее, чем остальные? Итак, Денис Иродов и Роман Еремин на старте. Внимание! А вот так оно и бывает, вот так. Здесь нельзя терять вообще ни малейшей секунды. Но, да, один из участников потерял даже больше секунды. Роман Еремин отвлекся, куда-то смотрел в сторону, задумался, а тут на 100 метрах такое не отыграть. Была бы дистанция, может, подлиннее, там, глядишь, и догнал бы. Хотя далеко не факт. Итак, дальше проходит Денис Иродов, Роман Еремин, представляющий команду «Дети» Александра Пака. Ну, переживал, прям видно было, да, что он думал, что будет фальстарт, уже начал дергаться, потом немножко откинулся назад, потом все-таки побежал. Да, такое случается. И догнать тот уже очень тяжело. В итоге в полуфинал проходит Денис Иродов, и у нас... Заключительная пара четвертьфиналистов у мужчин. Михаил Брундуков и Эдуард Латыпов. Сам пришел участвовать в прологе. Эдик бежит в майке Иванов. Вот так вот, что бы это ни значило. Но сейчас на финише Эдуарда подождем. Спросим, в чем замысел. Возможно, кстати, помним, что в прошлый раз в прологе в Уфе Вася Томшин выходил в майке Латыпова, говорил, что заряжается его энергией. Но там, по-моему, не сильно Васе тогда это помогло. Но, может, сейчас заряжается чем-то Эдуард от майки Иванова. Ну, а против него стоит Михаил Брундуков, человек, которого постоянно называют одним из лучших спринтеров России. Но вот, может, сейчас Миша нам это докажет. Итак, Брундуков против Латыпова. Стартовали парни, и уже снег летит из-под лыж Эдуарда Латыпова. Чуть раньше он переходит на вот такой уже нормальный лыжный ход под каждую работу. И там с запасом он побеждает сегодня Тукова. Да, Эдуард изначально выглядел фаворитом. И сейчас ждает. Давайте мы сейчас подойдем. Что же это?
Почему ты в футболке Дмитрия Иванова? Чтобы напомнить, что он с нами сегодня, что не смог приехать, поэтому. А где он? Ну, занимается своими делами. Просто лежит, сейчас телевизор смотрит. Своими делами. Я понял. А твоя футболка, ты просто реально ради Димы надел? Не, я забыл дома. Вот я тоже так подумал. Хорошо, и как ты сегодня выходишь-то? Смотрел соперников, кто тебе самый сильный? Серохвост уже отвалился. До Плицева, получается, надо беречься. Ну да, ну, сильный Виктор и Денис. Поэтому, да, и тут на самом деле трасса такая сложная, что тут малейшая запиночка, и все, и можешь поменять ситуацию. Это правда. Все. Все, Эдуард Латыпов, у нас впереди женские полуфинальные забеги. С мужчинами мы разобрались. В полуфинал вышли Плицев, Поварницын, Иродов и Латыпов. А у мужчин в первой же паре будут встречаться Анастасия Батманова с Кристиной Резцовой. А далее Любовь Калинина против Ирины Казакевич. Очень-очень-очень все интересно у нас получается. И посмотрим, что в итоге получится в самом конце. Но Латыпов против Иродова — это любопытно, как и Плицев против Поварницына. Но начинать у нас будут женщины. Ну и надо сейчас сказать, что у нас, получается, это предпоследний пролог в этом сезоне. Самый последний. И есть идея, что это будет не просто дуэльная стрельба, либо просто 100-метровка, а хотят придумать что-нибудь свежее, оригинальное, необычное, такое размасштабное. Вот. Осталось придумать этот формат, согласовать со спортсменами. Возможно, там даже будут двойные очки. Вот непосредственно в том соревновании. Поэтому будут думать и организаторы, и спортсмены, все согласовывать. Но пока мы сейчас проводим заключительный, вот такой классический пролог, к которому мы уже привыкли по ходу. Здесь очки в традиционном. Но догнать команду правой, конечно, будет тяжеловато. Мне скажите, когда начинаем мы? Главное, мне скажите. Ну что ж, Михаил Викторович, мы с вами в эфире. У нас в эфире старший тренер женской команды Михаил Викторович Шашилов. Вы, кстати говоря, ни одного пролога на моей памяти не пропустили. Это как бы редкость для наших тренеров, неожиданно. Почему так? Ну, интересный формат, почему нет? Немножко усовершенствовать его, немножко праздника добавить, украсить, и будет здорово. И бытует у некоторых тренеров мнение, что сильно вышибает спортсменов перед, ну, основными соревнованиями, такими как гонки чемпионата России, вот подобный шоу-формат. Что вы на это скажете? Ваше мнение? Ну, видимо, у каждого тренера есть свое мнение на этот повод. Чувство праздника – это нормально. Да, не повезло немножко с погодой, но что сделаешь? Народ с удовольствием выходит на старт, я же вижу их. Еще такой вопрос задам, может быть, не совсем по адресу, но вы не можете не знать на него ответ. Изначально была заявлена сегодня в команде Ирина Казакевич, что будет бежать Наташа Шевченко. Приболела? В чем проблема? Наталья вообще там 2-3 дня не здоровилась, но пришлось стартовать. Ну, сейчас уже подломилась чуть-чуть, так что дали возможность передохнуть. Сегодня, завтра, на завтра на старт тоже не выйдет. Будем готовиться. Большая эстафета и масс-старт. Спасибо большое. Всего доброго. И выходят уже они на старт. Выходит Анастасия Батманова. Посмотрите, со своим этим хвостом роскошным. Волос поправила на графике. Теперь она готова сейчас уже старт контролировать. И Кристина Резцова, которая здесь на чемпионате России, приехала сюда в отличной форме, готовилась, тренировалась. Сейчас на 100-метровочке она нам все выдаст. Внимание! Один, два. На первую линию веточек встаем. Заново процедуру старта проводим. На старт. Внимание! Опа! Второй фальстарт зафиксирован.
На старт. И все-таки наш забег состоится. И немного ошибается, ставит палку, кажется, не туда. Кристина Резцова оступается одним шагом, и это стоит ей победы в полуфинале. Анастасия Батманова дорабатывает до финиша, даже не оборачиваясь назад. Где там ее соперница? Что с ней случилось? Просто добежала до конца, пробилась в финал. А Кристина Резцова будет бороться у нас за бронзовые медали, за приз в 30 тысяч рублей. Она отправляется в малый финал, но будет биться в главном забеге у женщин. Но сейчас мы узнаем, кто будет ее соперницей. И вот давайте посмотрим сейчас повтор. И вот как раз буквально на третьем шаге оступается Кристина. Да, палка вообще практически, мне кажется, не встала. Она в снег либо воткнулась как-то в лыжу там, по-моему, да, что-то такое случилось. Но, тем не менее, надо отдать должное. Кристина не бросила бороться, не стала докатываться до финиша. Посмотрите, до последнего толкается. Но Анастасия Батманова была уже далеко. И сейчас она оказывается дальше, чем кто-либо. Она первой из наших девушек выходит в финал. Ну, а следующая пара полуфиналистов – это Любовь Ирина Казакевич. Вот сейчас Люба стоит, конечно, думает, да, повезло мне с соперницей, повезло. Если уж обыграть, так сразу, так сказать, на руках все носить будут. Но пойди попробуй обыграть Иру-то Казакевич. Ну, посмотрим, всякое бывает. Мы только что видели этот полуфинал первый, что в нем случилось. Желаем, чтобы все пробежали так, как они умеют. Затаили дыхание, ждем. На старт. Ирина, лыжи. Внимание. Стартуют наши участницы. И насколько мощные сразу движения у Ирины Казакевич. Такое чувство, что Любка Алина даже не зацепилась. И последние метров 20 Ира проезжает спокойненько одна. А Люба сразу едет поздравлять. Ну что тут сделаешь? Ира Казакевич сильная, согласен. Давайте мы к Любе. Люб! Ну что ж ты не поборолась-то? Я уже потом поняла, что я ее не догоню. И лучше... Когда поняла ты это? Сразу же. Поборюсь еще один раз. Согласен. С Кристиной Резцовой поборешься. Все, удачи тебе тогда, Любовь Калинина. Говорит, сразу поняла, что не догоню. Поэтому нужно было сразу настраиваться на малый финал. Итак, в этом полуфинале Ирина... Ну вот здесь уже, да, сразу видно. Второй шаг, Казакевич уже далеко. Ну, Батмановой. Казакевич против кого угодно в российском биатлоне. Это всегда будет интересно. Главное, чтобы соперники, так сказать, держали темп Иры. Настя сейчас вот тренируется, старается не слушать, что здесь говорят по стадиону, настраивается. Ну а у нас впереди сейчас мужские полуфинальные пары. В женском Тманова и Казакевич. В забеге за третье место Резцова против Калининой. Ну а сейчас мужской полуфинал Плицев против Поварницына, затем Иродов и Латыпов. Виктор Плицев, кажется, еще даже и на 20% не включался, потому что мы помним, его в первом четвертьфинале Серохвостов примерно сразу сошел с дистанции, и Витя уже просто докатывался практически до финиша, а у Поварницына была упорная борьба прям до самых последних метров. Витя, зачем мне машина, если машина это ты? Нормально. А, так это же девушка его. Так, все, молчим, у нас впереди полуфинал. Сейчас судьи правильно всех расставят, и мы насладимся этой борьбой. И вот они, мужчины, начинают топить снег. Господи, как же здорово работает Виктор Плицев! Сколько огня в его руках, сколько в нем энергии, да, но справедливо отмечу, что еще когда на стадион пришел, мне человек 5 сказали, что Витя сегодня, конечно, должен выкосить, поэтому ждем его уже в финале, он туда проходит, как говорится, с двух ног. Саш,
прощаюсь. У него впереди, у тебя еще забег за бронзу. В чем мощь, Витя, объясни, вот ты как спортсмен смотришь на него. Можешь 100 раз потянуться на перекладине? Давай не будем про мои подтягивания на перекладине. А Витя может? Может. 100 раз, да ладно? Ну все, все, все понятно. Вот мы и все выяснили. Виктор Плицев, человек, который может подтянуться 100 раз. Смотрите, кстати, он даже не на лыжах назад катится, просто снял лыжи и идет пешочком. Ну, возможно, там лыжи так намазаны. Хорошо, что он бережет, чтобы все на финал осталось. Итак, в первом полуфинале у мужчин Виктор Плицев, Александра Поварницына. Поварницын будет биться за бронзу. Осталось понять, с кем, с Латыповым или с Иродовым. Ну а с кем мы сейчас это уже и выясним. Буквально через пару минут у нас выходит на старт вторая пара полуфиналистов. Денис Иродов и Эдуард Латыпов. Вот уж интересно, да, кто пройдет дальше. Иродов сильный. Но Латыпов потом сказал, что здесь все сильные. Смотрим, кто конкретно здесь и сейчас будет сильнее. Эдуард или Денис? Там по системе гора ничего готовится к старту Эдуард Латыпов. Присел, немножко размялся. Эдуард! Внимание! И стартовал! Чуть раньше убежал на дистанцию, чем его соперник Эдуард Латыпов. Ну и здесь видно, насколько Эдик контролирует все, что происходит на дистанции. Боковым зрением видит Дениса Иродова и работает ровно с такой скоростью, с какой нужно, с которой достаточно работать, чтобы удерживать строчку. Денис Иродов в сражение за бронзу с Александром Поварницыным. Ну а Эдуард Латыпов... А сколько ты раз подтягиваешься? Раз 30, наверное. 5 часа. 31. 31? Я понял. А 100 сможешь? Нет, только Витя может. Только Витя может. Я был свидетелем этого. Ты видел это? Несколько раз. Эдуард Латыпов говорит, что он даже несколько раз видел, как Плицев по 100 раз подтягивался. Так, вот у нас, мне кажется, и созрел материал для программы «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Смотрим, сколько раз подтягивается Виктор Плицев, сможет ли он подтянуться. Эдуард Латыпов у нас пока проходит финал, где он сравнится. Ну окей, в подтягиваниях с Плицевым вряд ли кто-то у нас сравнится. Эдик говорит, 30 подтягивается. Если напрячется, ну 31, говорит, выдам. Но 100! Это мощь. Но здесь у нас все-таки соревнования в лыжном ходе. И здесь Латыпов с Плицевым, я думаю, будут близки. Итак, сейчас у нас пауза, а затем начинается раздача призов. И лаконично в нашем турнире. Первым будет забег за приз в 30 000 рублей. В нем сойдутся Кристина Рисцова и Любовь Калинина. Затем у нас будет женский финал. Это Батман Казакевич. Ну а затем бронзовый мужчин. Те же 30 000 Поварницын против Иродова. И финал Плицев против Латыпова. У нас еще один. Ну что ж, пока у нас еще один. Еще один небольшой перерыв. Мы решили поговорить с Иваном Анисимовым, мужем Кристины Рисовой, который сам по себе довольно большой специалист. Я не вспомню все твои титулы, но знаю, что ты лыжник, причем еще и роллерный. Но не суть, про роллеры мы сейчас не будем говорить. Расскажи, как относишься к такому формату и в чем сложность сегодня? Для спортсменов, конечно. Формат, ну, очень интересный, необычный. Я считаю, что для биатлонистов он непростой, потому что все-таки эти вещи надо тренировать много, чтобы делать это быстро. И, а необычность и сложность, наверное, сегодня еще в том, что трасса довольно-таки сложная, и надо именно поймать ту грань между мощностью и зацепом, чтобы не провалиться. И трансформировать это все в скорость. Сам, когда был лыжником, и сейчас, когда Кристина, с Кристиной занимаешься, вот что-то подобное практиковал? И есть ли какие-то подобные упражнения в арсенале Кристины, когда вы готовитесь сейчас? Ну, естественно, будучи... Я больше тяготел к спринту, и мы это тренировали постоянно. Я же был в команде Юрия Михайловича Каминского, у нас была спринтерская команда, мы делали это постоянно, у нас называлось... По-моему, это тестовая была. Все под камеры, все под секундомер.
очень много времени провели. Кристины, наверное, в меньшей степени занимаемся, потому что это не столь важно, поэтому всему уделить времени не успеваем, поэтому так слегка. Задам дилетантский вопрос. Вот наверняка все-таки еще сильно зависит от скорости какой-то реакции спортсмена. Насколько она, вот, ну, все-таки, поскольку ты спринтерами довольно много времени проводил, насколько это важный фактор? Ну, естественно, спринт, как у нас бытует мнение, это чистая генетика. То есть, если ты быстрый, то с рождения, то... Нет, я имею в виду именно как бы реакцию на выстрел пистолета. Вот эта вот часть, вот именно самое начало. Потому что мы видели сейчас и фальстарт. То есть, вот насколько это можно вообще натренировать? Или это вот тоже генетика? Да, это именно генетика от и до. Хорошо, последний вопрос, кто победит? У девочек, у мальчиков? Как кто? Сильнейший? Не, давай прогноз, давай фамилии. А кто у мальчиков-то в финале? Плицев и Латыпов. Латыпов. А у девчонок, а с кем Казакевич? Батмановой, да, с Настей Батмановой. Ну я на Настюху поставлю, интересно. Спасибо большое. По-хорошему, заведенная и злая, потому что... Но вылетать в том забеге с Анастасией Батмановой вряд ли она планировала. Ну, по крайней мере, если уж вылетать, то явно не так, как это получилось. Все спортсмены любят бороться до конца и побеждать в честной борьбе. Когда каждый выдает свой максимум, вот тот, кто уже оказался сильнее, тот уже и молодец. Но вот максимум Кристины мы не увидели, может быть, увидим сейчас. Итак, стартовый протокол. Кристина Резцова и Любовь Калинина. Забег за третье место. На старт. Внимание! Так, стартовали наши участницы и смотрим, как они пытаются сейчас набрать такую мощную скорость. И пока Любовь Калинина чуть впереди, но здесь все будет решать. И она ступается, раз, два, ступается и... Как будто вот какой-то координации немного Любе не хватило на последних метрах, уже последние метров 20. Что-то... Победу одерживает Кристина Резцова. Этому, безусловно, рады. Крис, расскажи, что у тебя было тогда в забеге с Батмановой? На самом деле просто со старта сместилась немножко вправо. Мне показалось, там меньше разбита трасса. И вот при этом смещении поставила себе правую палку в лыжу. И из-за этого, получается, меня чуть дернуло, развернуло. Естественно, я потеряла скорость и чуть-чуть ногу потянула. А сейчас получше уже было все? Сейчас, да. Ну, уже ничего не оставалось, как добежать. И все. Молодец. Мы тебя поздравляем. 30 тысяч рублей получше у Александра Пака. А теперь у нас женский финал. Анастасия Батманова против Ирины Казакевич. Я вообще не представляю, что чувствует соперница, выходя на дистанцию, но вот на такую, на 100 метров, на короткую, взрывную, исключительно спринтерскую, когда рядом с ними стоит Ира Казакевич. Но это, мне кажется, довольно нервозно. Но давайте не будем сейчас никакую тревогу разгонять у Насти Батмановой. Спортсменка, она сильная. Здесь папа ее пришел поддерживать. Здесь вообще много за Анастасию. Уже. Слышим голос Юры Батманова, как он кричит. Итак, Анастасия Батманова против Ирины Казакевич. Ох, на это надо посмотреть. На старт. Так, крепление назад. Еще. Я? Видите? Настя тоже. Настя, чуть-чуть назад. Выстрел пистолета прозвучал, и одновременно уходит на дистанцию биатлонистка. И кот, как же мощно работает Батманова, и не догоняет ее Казакевич. Не догоняет. Вот это да! Вот это расклад! Вот это Батманова! Ну, кто мог поверить, а? Ну, кто мог? Не то, что мы не верили в Настю Батманову, но как-то это было нечто, как говоря. Ир,
Давай притормозим, и Настя, тебя тоже штраф, пока у нас пауза до парней есть. Ир, как ты? Да, в целом отлично. Я знала, что Настя сильна на этой дистанции. Немножко замешкалась на старте и сразу уже получила... Ну, то есть такое уже не отыграть на 100 метрах? Ну, тут все решает доли десятых секунд, поэтому, конечно, нужно было чуть более собрано стартовать. Ну, здесь, так сказать, действительно мелочей никаких нет. Спасибо большое. Ирина Казакевич, у нас сегодня становится второе. Мы Анастасию Батманову вот так-то ждали у себя. Настя, может, ты подъедешь к нам сюда, пока есть время до старта забег за бронзу у мужчин. И мы послушаем Настю Батманову сейчас, как у нее этот финал складывался. Но согласитесь, это было очень здорово. Это было прям настолько убедительно. Так, у нас мужчины там еще не вышли? Еще пока не вышли. Так, Настя, ну согласись. Нет. Так, давай, здесь у нас камера. Когда выходила на старт, о чем думала? Когда поняла, что с Казакевичем надо будет бороться? Ты же, ну, ты с ней тренируешься вместе, ты ее знаешь, видишь. Самое главное были не вылететь из четвертьфинала для меня. Против Гербуловой? Да. Мне как-то всегда не везло с первым четвертьфиналом, вот, поэтому настраивалась только, чтобы один раз попасть, и все. Ну, а с Ирой Казакевич как уже настраиваться? Там уже была, не была? Или, ну, это же все равно, ну, сложно, техническая дисциплина у вас сейчас. Ну, тут больше в координации зависит, потому что сложные условия, и как кто со старта сориентируется. Дальше уже дело, кто споткнется, не споткнется, то есть дело техники. В общем, ты сориентировалась и не споткнулась. Анастасия Батманова, огромная умница. Мы ее поздравляем, и впереди у нас забег за бронзовые медали, забег за третье место у мужчин. Александр Поварницын против Дениса Иродова. Ох, Денис, в стильных очках, как солнце-то светит ему сейчас, конечно, да. Но стиль – это самое главное. Смотрите, сколько людей вдоль трассы. Но давайте уже сейчас помолчим. Забег за третье место стартует совсем скоро. И вот сейчас, я, честно говоря, не разобрал это, замешкались так на старте или просто трансляция немножко отстала, но с какой частотой работал Александр Поварницын. И тем не менее, догнать Иродова ему не удается. Денис Иродов из команды одной правой завоевывает кубковые очки общего зачета для команды Ирины Казакевич. Завоевывает 20 тысяч рублей для себя. И обыгрывает Александра Поварницына. Саша, ну да. Дэн, давай. Ну ты был хорош, согласись. Совсем-то тоже. Хорошо, а сейчас как, почему у Латыпова не получилось тогда? Латыпов просто сильнее? Или были какие-то, может, ошибки, нюансы? Спать на старте, вот и все. Я немножко там проиграл, и так до финиша и доехали. Я понял. То есть, в принципе, Латыпова обыгрывать можно? Да, 100% брать можно. Витя, удачи. Я понял. Ну, просто Денис Иродов представляет ту же самую команду, что и Виктор Плицев, поэтому, разумеется, болеть он будет за Витю. Я напомню, победителю командного зачета нашего пролога будет вручаться приз размером в 1 миллион рублей. Вот, поэтому здесь, конечно, парни друг за друга будут переживать. Виктор Плицев против Эдуарда Латыпова. Два лучших спринтера российского биатлона. Вот это сейчас у нас забег со звездочкой ожидается. Итак, 30 тысяч рублей, третье место резервирует за собой Денис Иродов. А вот дальше нас ждут жесткие парни. Очень серьезные и мощные. Мне кажется, сейчас Йоханнес Бёбе, конечно, на это посмотрел. Сначала бы, конечно, погуглил, кто такой Виктор Плицев, потом бы посмотрел. Ну, Эдуард Латыпов, он знает прекрасно, и сейчас Эдуард Латыпов против Виктора Плицева. Ох ты, какой Витя здоровый, какой сильный. Эдуард еще и красивый, посмотрите, на него стоит в шапке. На старт. Внимание! И побежали! Латыпов чуть раньше стартует, чем Плицев, и начинают. Они работают с одинаковой примерной частотой, но кажется, отталкивание Плицева помощнее. Тем не менее, на этой камере мы смотрим, что бегут они ровно, и чуть раньше выбрасывают ногу Эдуард Латыпов, но
Правильно ли это было решение? Сейчас, разумеется, будем смотреть фотофиниш, потому что Ладыпов уже выбросил. Плицев все-таки еще один толчок сделал и выбросил чуть попозже. И сейчас давайте будем смотреть фотофиниш. Так, 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 так. Но насколько? Насколько там? На длину крепления? Эдуард, Эдик, ждем тебя здесь, Вить. Давайте вас обоих. Ну... Ну все, все согласны. Победил Латыпов. Да, так в смысле нет? Не, нормально. На тоненького. С Витей. Вот. Хороший, достойный соперник. Прям на тоненького, на самом деле. А как бежать с Витей? Потому что со стороны его отталкивания выглядят так, что он одним своим отталкиванием заменяет твои два. Ну, то есть ты как бы вкладываешься больше, а Витя все это дается легче. Он до асфальта доходит со своими отталкиваниями, поэтому... На самом деле Витя очень мощный, и в такой трассе, конечно, ему... Плюс так же и минус, наверное. Я понял, но ты с собой доволен. Ну, классно, я получил удовольствие. Спасибо, Витя, за эти эмоции. Выиграл 50 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей. Все ждали твоего этого забега, твоего соперничества с Эдуардом Латыповым. Да, мне замечательно, очень понравилось. Эдуард молодец. Ему спасибо за борьбу. Ну, на самом деле, на финале не сложилось именно в плане техническом. Начал проваливаться и немного меня разболтало, и все. И 2-3 толчка, и немного ушел вперед. Но на финиш. Все равно ближе, под, ближе, ну, близко друг к другу подходили. Там вот чисто кто дальше ногу выбросит. По-моему, Эдик чуть раньше начал в разножку вставать, да? А возможно, да, возможно, я если честно, даже не понял, что произошло. В конце вот немного разболтало технически. И все. Да, Эдик, как известно, прощает. Ну, было красиво. Ты реально 100 раз подтягиваешься. А сейчас сколько подтянешься? Ну, не знаю, может, 50 сделаю. 50? Да. Давай снимем. Когда? Ну, давай завтра. Нет, завтра что-то. Хорошо, рады, это мы с тобой обсудим. Виктор Плицев, серебряный призер нашего пролога на дистанции 100 метров. В красивейшей, невероятно конкурентной борьбе он все-таки остается вторым против Эдуарда Латыпова. Но Эдуард Латыпов у нас известный буйвол камышлинский и всероссийский, который в очередной раз показывает, что когда надо выдавать мощь, он, конечно, с этой задачей справляется. Сегодня выигрывает пролог. Виктор Плицев второй, а Денис Иродов третий. У мужчин победу одерживает Анастасия Батманова, Ирина Казакевич вторая, ну а Кристина Резцова третья. И сейчас, через пару минут, мы будем приступать к церемонии награждения. Ну а затем все ребята пойдут готовиться к смешанным эстафетам, которые завтра вы посмотрите на телеканале Матч ТВ. У нас чемпионат России, он продолжается. Парни, по телевизору их показывают вот сейчас. Мы их снимали для программы «Биатлон с Губерниевым». Никита Матвеев и Паша Кудряшов. Вот, привет, в воскресенье. Делали материал про парней, которых и девушек, которых не часто показывают по телевизору. Они вот так всю карьеру стараются проявить. Не всегда им это удается, но это не значит, что они не заслуживают внимания. Ну а сейчас давайте к тем, кто сегодня блистательно пробежал наш пролог. Мужчины и женщины. Пришло время для церемонии награждения. Александр Пак выходит с сертификатами. Ну, а Пёров уже готовится выходить и получить свою... А вот фотофиниш, смотрите, вот мы давайте, вот кто не верил, если вдруг что выиграл Латыпов, вот вам, пожалуйста. Ну, буквально, знаете, как говорится, пол Фёдора. Вот пол Фёдора наших спринтеров, Эдуарда Латыпова и Виктора Плица. И Латыпов... посильнее. Ну и надо сказать, что, конечно, очень классная идея от Союза биатлонистов России проводить пролог всего сезона. Не от этой идеи, пытаться делать это везде, там, где только можно. И вот сейчас мы в Тюмени на чемпионате России получили очередную порцию биатлонного удовольствия, которую подарили нам спортсмены в таких, ну, в такой вот нетривиальной для биатлон дисциплине, в лыжном спринте на 100 метров. Ну и сейчас мы будем награждать наших победителей. Не подряд 100 метров.
Выиграл Эдуард. Денис Иродов третий. Уже приглашаем спортсменов, чем с женщиной. Все-таки они у нас пробежали. И сертификатом на 30 тысяч рублей. И занявшая третье место приглашается сюда и награждается Кристина Резцова. Где же она, наша Кристина? Вот же и она. Видели тебя в тренировке, Кристина. А Кристина Резцова, второе место, и сертификатом 40 тысяч рублей награждается Ирина Казакевич, капитан команды «Одной правой». Ну а победителем дистанции 100 метров и представляющая команду «Чак-Чак Норрис» стала Анастасия. Она не хочет. Настя. Да, давайте мы поделим. Да, мы с Крис поделим. Так, может, придет получать за нее награду. Ну, знаете, настоящие чемпионы, им вот достаточно просто знать, что они лучшие, а вот эти все уже сопутствующие атрибуты их интересуют не сильно. Итак, Александр Пак, победитель женской стометровки, представляю, что он ощущает как-то, чувствует. Теперь переходим к мужскому награждению, и за третье место награждается Денис Иродов. Команда «Одной правой» очень здорово проявляется, здорово непосредственно в биатлонных гонках, по крайней мере, среди мужчин, но в прологах он, конечно, силен на короткой дистанции. Вот это его серебряная медаль и сертификат 40 тысяч рублей. Второе место Виктор Плицев. Вить, я не знаю, как еще громче крикнуть, тебе надо выйти. Виктор Плицев награждается. Блистательный совершенно спринтер и огромный молодец. Победителем становится Арт Латыпов. 50 тысяч рублей. Если где-то разыгрываются деньги, Эдуард приходит и обычно их выигрывает. У него принцип такой. Да, и Димону Иванову 5 тысяч потом переведешь за его майку обязательно. Он будет тоже рад. Итак, подошел к концу наш сегодняшний пролог. В следующий раз, следующая серия у нас состоится уже в Мурманске на финальном этапе Кубка Содружества. Пока над форматом будут думать организаторы, но обещают, что будет бодро. Ну а на сегодня всем внимание спортсменам за участие, болельщикам за теплоту, зрителям за интерес. Всем спасибо, всем пока.